Нам Родина свои границы доверяет, мы страны охраняем покой. Мы первыми с врагами в бой вступаем, когда они идут на нас войной. Граница наша на замке, ключи в надежном кулаке, верный пес на поводке, суровый АКМ в руке, патрон в своем патроннике, все обозримо вдалеке, в горах, в лесу, на море, на реке, граница наша на замке. А так пограничники отмечают более 500-летнюю годовщину своих войск от царя Ивана Грозного, значит, до сегодняшних дней. Четкость, бдительность, напряженность, взаимодействие, дружба воинская, значит, нацеленность на хорошие результаты, достижения, где-то здоровый карьеризм, вот, приводит к тому, что держава наша становится сильнее, успешнее, отражаем все натиски на границе, значит, защищаем, обороняем, значит, берем всех противников, врагов. Но вы знаете, прекрасно понимаете, что сегодня у нас такие поставили у нас такие условия, что надо немножко и от себя бороться, и власти говорить нет, свои права, успехи, своих детей, значит, мы должны, конечно, бороться, стоять. Это наша будущая работа по спасению Отечества, по защите рубежей. Будем стараться и вновь дальше отмечать, значит, юбилей Отечества, юбилей пограничных войск. Всем доброго здоровья, успехов, благополучия. С праздником. Ура! С праздником. С праздником. Я передаю привет с Москвы, из Парка Победы, Брянская область. Хочу поздравить всех паранцов Суражского района Брянской области, города Суража, Сергей Савченко. Спасибо. ШМГ, Южнее Кокопяж. Поздравляем всех пограничников, кто служит, служил, кто будет служить. Желать им успехов по служебной карьере. О спокойствии на госгранице, чтобы поменьше было тревог. Вот, мира, мирного неба над головой. Ну, конечно, чтобы в семьях их будущее процветало, самое главное. Вот. Продолжение рода. Удачи. Вот. Пусть пополняют население тоже хорошими людьми. Ну и с праздником. Да? Ура! С праздником, ребят! Спасибо большое! Хочу поздравить всех погранцов с нашей 101-й годовщиной, пожелать всем здоровья, самое главное, благополучия, здоровье, и чтобы, чтобы дозорная тропа и КСП себя обучили. Я не верю, что у пограничных войск 101 год. Границу охраняет весь народ, хоть советский, хоть российский. Хрен его знает, сколько лет тому назад. С праздником, ребят! Ребят, всех с праздником! ПВ сила! Ура! Ну, я как старший здесь. Но сегодня великий день, день пограничника. Поэтому хочется поздравить всех пограничников. Не тех, которые сейчас отслужили, а и те, которые находятся действительно на боевом дежурстве. Где также граница на замке соблюдает традиции. Очень горжусь я, ну и сын потом тоже. Я служу за Кавказским поганом, сын служу в Сузырову. Дочь продолжила традиции отца и тоже гордится. Поэтому всех пограничников поздравляю. Ура! 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 На севере, на западе, на юге, на востоке, все под контролем нашим рубежи. Нас профессионально и достойно судьба призвала Родине служить. Привет всем сослуживцам
Поздравляю вас всех с Днем пограничника. Желаю счастья, любви, здоровья и всего наилучшего. С Днем пограничника, товарищи, братья! Сегодня замечательный день. Сегодня он день такой, который в себя внес много чего. Потому что я сегодня утром прилетел из Тюмени. Сегодня в Москве я на 28 мая первый раз. Это наш праздник. С Колей, со своим сослуживцем, мы не виделись 30 лет. 30 лет со дня демобилизации. Это просто сегодня какой-то праздник. Димон, это просто колоссальный наш лакмусовая бумажка, которая нас в Москве объединяет. Это здорово. С праздником всех. Это классный день сегодня. Спасибо вам большое. С праздником. С праздником. С Днем пограничника. 76-й, 78-й призыв. 75-й, 77-й. 101-й отряд. 2201. Знаменный. Северо-западный. Пограничный округ. Всем привет, ребята. Встречаемся. Да, приезжайте на следующий год сюда. В Парк Победы. На следующий год. Вас всех, Днем погранвойск, не забудьте нашего командующего Владимира Александровича Матросова, который сделал очень многое для наших погранвойск. Выпейте чарку за него. Потому что в прошлом году ему 100 лет, а в этом 101. Спасибо, с праздником. Хочу поздравить в этот день всех пограничников Забайкальского, Владивостокского, Невельского, Сахалинского, Курильских островов. Пожелать им всем, дай Бог, и всех пограничников наших, которые стоят на защите наших рубежей. Дай им Бог всем здоровья, дай им Бог всем удачи, дай Бог им всего хорошего, чтобы в жизни было хорошо. Братья пограничники, 101 год пограничной службы. Празднуем. Молодежь не понимает, что это такое. Старшее поколение все время празднует. Мы служили Родине, Советскому Союзу. Мы служили в Монголии, в Германии, на северных рубежах. Я служил в Афганистане. Я никогда в жизни не ходил на пограничную линейку, на КСП. Я служил в спецназе погранвойск. Прошло 30 с лишним лет. Встречаемся. Очень уважаем морчасти погранвойск. Северные рубежи, южные. Пограничные. Пограничники – это братство. Нельзя все это сказать словами. Все это надо прожить и прочувствовать. С праздником. С праздником, да. Конечно, с праздником. Морчасти погранвойск. Термес. 86-89. Мы служим в Афганистане, погранцы. 100 километров до родной земли. Морчасти погранвойск. Наму Дарьеста. Каратонский мост. Там вот эти пацаны охраняют рубежи, а мы где-то там далеко-далеко. Граница наша на замке, ключи в надежном кулаке, верный пес на поводке, суровый АКМ в руке, патрон в своем патроннике, все обозримо вдалеке. В лесу, на море, на реке, граница наша на замке. Мира, здоровья, благополучия, радости, правды, чтобы, Господи, и тогда будет легче, когда мы сами станемся человечнее, правда, тогда весь мир нас тоже возьмет да обнимет, правда, вот и все, все элементарно и просто, в самом деле. Всех с Днем пограничника, всех люблю, граница на замке, земля в мире, все хорошо, я вас обожаю, парни, с праздником, дорогие мои, пацаны, Днем пограничника. Вот там столы. Со 101-го годовщиной погранвойск и 95-й годовщиной моего 38-го краснознамена пограничного отряда. Вань, тебе спасибо опять-таки всегда за твое творчество. Я просто раньше не знал, извини, ради бога. И сейчас я понял, что ты делаешь и творишь, правда. Дай бог тебе, правда, блин, силы, здоровья, всех благ, честного. От души говорю тебе, как есть. Но самое главное – здоровье. Спасибо. Василий Виталий Николаевич, 7-й Карпатский погранотряд,
военная часть 2144, госслужбы, вот мой сослуживец и подойдите. Николай Геннадьевич, да. Вместе в один день призывались, вместе служили в одном отряде. Он инструктором, я командиром отделения. Тогда в советское время Западная Украина, это объединенный Советский Союз был. А сейчас разделили, это очень жаль, конечно. Вы присягу приняли в Советском Союзе? В Советском Союзе. И сейчас вот любое поздравление, все говорят, служу Советскому Союзу. Да, я... человек с той накалки, да. Советской накалки. Служу Советскому Союзу. Да. Я очень рад, что встретил сослуживца, земляка. Вас встретили. Спасибо да. большое. С Днем пограничника. С Днем пограничника вас. Да. Спасибо. Вашим семьям. Дай Бог здоровья, главное. Дай Бог вашим. Ребята, семьям. Самое главное, все пограничники. Дружили. Разницы не было. Как с одного качалка кормились на заставах. Я на первой оперативной заставе, на стыковой, с Брестским отрядом служил. А я на 15. На 15. Через Западный Буг служил я, как раз у нас. Граница проходила по фарватеру реки Западного Буга. По весной она разливалась, как море становилось. Настоящие русские. Вы потомки Чапаева. Да, я это понимаю. Ну, земляки Николаевы, Чапаева, как говорится. Говорим, Россия нам мать, а мы с ее дети. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят, с праздником. 28 мая 2019 года. Сегодня день погранвойск. Вот я, морчасти погранвойск, поздравляю всех пограничников с этим знаменательным 101-м годом. Я служил в 14-й бригаде сторожевых катеров. Ну что, братья пограничники, поздравляю вас со 101-й годовщиной пограничных войск. Будьте здоровы, счастливы, мирного неба над головой.